Мы летим от берегов Черного моря на север. Летим мы на морской машине. И сложность нашего перелета заключается в том, что путь наш лежит над сушей. Экипаж наш состоит из 3 человек. Командир корабля Полина Осипенко, это я. Второй летчик Вера Ломаков. Штурман корабля Марина Роскова. Нам поручено ответственное задание, и мы его выполним. Всего хорошего, товарищи. Встречали в пролетарской столице отважных военных летчиц, совершивших грандиозный беспосадочный перелет из Севастополя в Архангельск. Сталинское задание выполнено. Привет бесстрашным советским пилотам, верным дочерям нашей Родины. Полине Осипенко, Вере Ломако и Марине Росковой.